Всем привет, это канал Без Пробега. Рядом со мной полноразмерный кроссовер Манжаро. Выше, длиннее и больше, чем получивший высокие оценки, в том числе и от нас, Джили Тугела. На секунду даже показалось, что вот он, новый лидер рынка. Но монополии в классе полноразмерных кроссоверов мы не увидим. Подтверждение этому двухлитровый TXL, который по габаритам и техническим параметрам практически одинаков с Манжаро, но при этом стоит на 500 000 дешевле флагмана Джили. Какой из этих стильных кроссов лучше, мы сегодня и выясним. Погнали! В экстерьере Манжаро вы не встретите дерзких силуэтов. Относительно небольшая решетка радиатора, спокойные линии кузова и лаконичная задняя часть автомобиля, чем-то напоминающая немецкий автопром. Но в этом и вся прелесть Манжаро. Он внешне средненький настолько, что это очень даже хорошо. И в потоке точно обратит на себя внимание. Как-то я заехал на автомойку на своем TXL. Мне помыли машину, подходит администратор и говорит: Range Rover готов. Range Rover. И тут я подумал, что TXL, пожалуй, первый китайский автомобиль, который перестал ассоциироваться с Китаем в частности и с Азией в целом. Минимум кича и максимум стиля. Вид имеет, как сейчас принято говорить, про достойные автомобили. Обычно я не выбираю автомобиль по принципу только красивой внешности, но в случае с TXL дизайн решает многое. Ругать эргономику Манжаро я буду еще обязательно, но дайте мне пару секунд, хочу насладиться посадкой. Потому что сиденья здесь удобные настолько, что стандартная ситуация, когда ты подъехал к дому и еще полчасика залипаешь в телефон, грозит растянуться на пару часов. А вот если откинуться назад, то можно смотреть не только на звезды сквозь панораму, но и трогать потрясающий потолок из велюра. Причем так как он темный, можно трогать его и почаще. Простите, увлекся. Из странностей можно отметить обогрев руля и сидений, который включается только через мультимедиа. Физических кнопок для этих функций нет. Но зато, та-дам, есть третий дисплей для переднего пассажира. С него можно управлять своим климатом и мультимедиа, есть возможность подключения наушников и возможность подключения смартфона через Car BitLink. Да, привычных Apple CarPlay и Android Auto здесь нет. Но есть проекция. Правда, без распознавания знаков. Сыро, но ничего такого, с чем бы не справилось обновление ПО. Наверное, как и многие, я сторонник классических автоматов, нежели роботов или, не дай бог, вариаторов. Как и его донор Тугела, Манжаро юзает ту же начинку. Турбодвушка на 238 лошадей и 8-ступый Айсин. Динамики хватает, но не дотягивает до той же Тугелы за счет худшей аэродинамики. Зато шумоизоляция двигателя и колесных арок на высоте. И если бы не шумный китайский триангл, то самым громким звуком в салоне оставался бы мат водителя, который пытается включить обогрев сидений и кресел через мультимедиа. Манжаро держится уверенно на любой дороге, причем подвеска выполнена по типу Volkswagen. Она в меру жесткая и более собранная, поэтому и пробивается реже, чем на TXL. При поворотах автомобиль устойчив и сильных кренов нет даже на скорости 150 км в час, которые, к слову, набираются очень быстро и чувствуется еще запас мощности для большего ускорения. Под капотом здесь двухлитровый турбомотор, который задушен по паспорту до 197 лошадиных сил, хотя на VX такой же мотор выдает 249. Также здесь робот. Это быстрое сочетание. Расход благодаря такой связке не превышает 12-13 литров в городском цикле при адекватном темпе езды, а на трассе опускается ниже 9 литров при включенном круиз-контроле. Кстати, на съемках TXL оказался самым экономичным. Расход средний составил 9,6 литра в смешанном режиме, который включал и легкое бездорожье, и поездки по гравийным дорогам, и скоростные прострелы по трассе. Динамика у TXL отличная, несмотря на то, что по паспорту в его загоне всего 197 лошадок, едет он как VX, в котором 249. По ощущениям, TXL даже может надрать зад более легкому и более мощному по паспорту Манжаро. Но это надо проверять.
В интерьере TXL прослеживается мерседесовская тенденция, когда модели старшие и младшие и средние модели, они выполнены в едином стиле. Здесь большая цифровая приборная доска, ниспадающий центральный тоннель, высокий напольный тоннель. И интерьеры старшего VX, младшего LX и среднего TXL, они очень похожи. Конечно, чувствуется, что модель уже по современным меркам не самая свежая, в Китае выпускается уже больше 3 лет. Но о чем это я? Посмотрите вы на интерьеры свежих японцев, на них же вообще без слез не взглянешь. Ну да ладно, не с центральной консоли воду пить, главное, чтобы все это великолепие было удобным в пользовании. Помнится, в обзоре на Exeed VX я ругал его за не очень понятную эргономику. Так вот, представьте себе, китайцы работают над ошибками, и причем достаточно быстро. По эргономике к TXL уже гораздо меньше претензий. Здесь соблюден хороший баланс между сенсорными клавишами и физическими. Здесь сенсоры не вместо кнопок, а вдобавок к ним. Для каждой функции есть своя либо физическая кнопка, либо свой сенсор. Не нужно блуждать по центральному меню мультимедиа в поисках волшебной вкладки. Также здесь наконец-то без проблем работает и Android Auto, и Apple CarPlay. И даже есть своя навигация, которую можно выводить на приборную панель. И спасибо китайским богам, здесь громкость музыки можно регулировать вот этим удобным колесиком на центральном тоннеле, а не сенсорами, какими-то отдельными качающимися клавишами. Мне кажется, чем дальше, тем более редкой будет эта опция. Exeed в России пытается застолбить за собой статус премиального автомобиля. Но, если честно, мне до всей этой имиджевой возни дела нет. Для меня гораздо важнее, чтобы машина хорошо вела себя в движении. До премиальных европейцев TXL не дотягивает, но я не вижу его стремления туда, в принципе, попасть, в этот сегмент. Он понятен в движении и, я бы даже сказал, в хорошем смысле скучен. Он просто поворачивает туда, куда повернешь руль, и замедляется ровно настолько, насколько нажмешь педаль тормоза. По мне, так это территория Lexus, тем более, что и с комфортом у TXL все в порядке. Загородные трассы он обожает, он отлично держит прямую, хорошо прописывает скоростные дуги. На качественные гравийки энергоемкости подвески хватает, и, пожалуй, пасует TXL только на откровенном ступнике и жестких лежачих полицейских. В этих случаях он действительно громковат и не очень комфортен. Но я думаю, так ведут все многие автомобили. Ну что сказать, каждая из этих машин имеет свои плюсы и минусы. Неужели для того, чтобы купить новый семейный кроссовер, нужно выложить больше 4 миллионов рублей? Есть еще один вариант. Иди сюда. Cherry Tiggo 8 Pro Max. Что? Сиденье 8 Pro Max производит двоякое впечатление. Здесь очень короткая подушка, от нее будто бы отщепнули 5 сантиметров и добавили на спинку. Вот она как раз таки широкая и удобная даже для рослых. А подголовник, что парадоксально, удобен даже в дальней поездке. О, кстати, дисплеев здесь тоже 3, как и в Манжаро. Правда, третий отвечает только за климат, зато расположен в удобном и доступном месте. Коричневый цвет салона смотрится неожиданно. В дверях он соседствует с пластиковыми вставками холодных оттенков, что все вместе выглядит не очень-то и гармонично. В отличие от Манжаро, здесь во главу угла поставили функционал. И как итог, интерьер менее броский, зато с отчетчиком. На TXL мотор, коробка и шасси – это сбалансированный комплект. А вот на 8 Pro Max тем же коробке и мотору досталось шасси попроще. На 8 Pro Max больше всего себя ощущаешь капитаном корабля. Машина поворачивает с линцой, раскачивается на волнах асфальта, и вообще на нем не хочется делать резких движений. Но для штатных режимов езды он вполне сгодится. Именно в них
8 Pro Max воспринимается как комфортный семейный автомобиль. Еще и может ускориться вполне бодро. Ну так, на всякий случай. Большего от машины я ожидать не рекомендую. Разочаруйтесь. Жили, были и остаются для меня главным китайским производителем на российском рынке. Да, в Манзаро хватает странностей, особенно с эргономикой мультимедиа, которую я надеюсь исправят с ближайшей прошивкой. До этого сравнительного теста главными конкурентами Манзаро для меня виделись трехлетние немцы, даже с учетом всех проблем с обслуживанием. Но теперь появился еще один альтернативный классный земляк. Почти такой же симпатичный, динамичный и тоже претендующий на любовь с первого тест-драйва. Да, кому-то 500 тысяч за третий дисплей покажется многовато, но более европейская подвеска и классный по дизайну и материалам салон это искупает. Думаю, что выбор станет гораздо более очевидным за пару-тройку лет использования и количество гарантийных обращений к дилерам за это время. Вот с первыми TXL в нашем ролике все стало понятно и за первые 30 тысяч пробега. Да, у Geely и Exida абсолютно разные подходы не только к технике и инженерии, но и к продвижению своих марок в России. Если Geely тихо и спокойно делает хорошие добротные автомобили с европейскими повадками, то Exida тщательно пытается пропихнуть себя в премиум. Это слово фигурирует в каждом рекламном ролике и буклете. Все эти приглашенные блогеры, звезды, космонавты, акции и прочее. Видимо, чтобы продавать свои автомобили подороже. Но покупать по премиальной рекомендованной цене непремиальный Exida, очередь из желающих не выстроилась. Поэтому Exida и делает скидки 300, 500, миллион рублей. И вот за эти деньги эти автомобили прекрасные, без всяких оговорок. И переплата за Geely Manjaro относительно Exida TXL в полмиллиона, это своего рода тоже доплата за антураж. Да, Geely объективно более современная и свежая модель, в нем действительно прикольные европейские повадки и много всяких фишечек. Например, третий дисплей. Стоит ли он лишних полмиллиона рублей? Вопрос риторический. И на TXL, и на Manjaro спрос устойчивый. Но пока эти лощеные парни меряются секундами до сотни, электроникой и приставкой премиум в буклетах, есть тот, кто просто делает свою работу. Внезапно этот Cherry Tiggo 8 Pro Max, изначально взятый с нами для того, чтобы перевозить штативы и делать разведку локаций для съемок, оказался весьма хорош за свои деньги. Да, он не столь умен и красив, но из снежного плена Manjaro вызволил именно 8 Pro Max. Он застрял. Да и в целом, как семейный автомобиль, 8 Pro Max выглядит как будто более универсальным. Здесь действительно интересно работает полный привод и позволяет уверенно чувствовать себя за городом. Здесь есть третий ряд кресел. Да и для людей неискушенных 8 Pro Max как будто более дружелюбный, что ли, и не пытается пустить пыль в глаза. К тому же, способность сэкономить полмиллиона семейного бюджета без ущерба для комфорта и безопасности – это удел настоящего семьянина. После трех дней за рулем этих автомобилей можно с уверенностью сказать, что в сегмент, в котором раньше правили балом RAV4, X-Trail и Kodiaq, пришла достойная восточная смена. Лес, снимать Manjaro, возможно, найдем грибы, но это не точно. Серьезно? Ауф! И на этой праздничной ноте мы едем бухать. Это с вами был канал Без Пробега. Так-то мы за здоровый образ жизни.